Аккумуляторы премиум класса Веста. Титульный спонсор футбольного клуба Краснодар. Евгений, ну что же, в свое время выступали и за Томми, и за футбольный клуб Краснодар. Что можете сказать в преддверии предстоящего поединка этих двух соперников? Ну, я ожидаю очень интересного матча, потому что со стартом весенней части вот, большие ожидания вызывает и игра, и результат, как со стороны нашей команды, главной. И я видел матч Томска в Питере, оставил очень приятное впечатление. Видно, что команда хорошо подготовилась к этому отрезку чемпионата. Думаю, что будет очень интересно. Какие опасные моменты стороны свои могут продемонстрировать и, та, и другая, и тот и другой соперник друг к другу? Ну, во-первых, все-таки домашняя поддержка будет обеспечена в Томске, невероятной любовью пользуется команда, поэтому это будет дополнительной трудностью для, для нас. Но все-таки считаю, что мы должны справиться с этим давлением и показать тот футбол, к которому команда готовилась на сборах. Но у меня, честно говоря, нет пока сейчас ощущения, как сложится матч. Но я надеюсь, что успешно для нашей команды. Хотя, повторюсь, будет очень сложный матч. Потому что и погодные условия в это время года, и, я думаю, качество поля могут нивелировать класс команд.